Сегодня Международный день Земли. Ежегодно высшие учебные заведения страны проводят мероприятия и конкурсы, посвященные знаковой дате. Одно из них прошло в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Программа нынешнего события очень насыщена. Она включила в себя выставку, конференцию, а также другие интересные встречи. «Наша земля – наше будущее». С этим выражением не поспоришь. Ведь то, насколько хорошо мы заботимся о ней, зависит наше собственное благополучие. Это не просто слова. Под таким девизом был дан старт мероприятиям, посвященным Международному дню Земли. Экстремальная жара, лесные пожары и наводнения, а также рекордный сезон ураганов затронули миллионы людей. Все это нарушает биоразнообразие нашей природы. И этот день призван еще раз напомнить, что каждый из нас неразрывно связан с землей. Об этом говорилось и в ходе конференции, организованной на эту тему. Стало доброй традицией ежегодно проводить в том числе ярмарки вакансий для студентов и выпускников Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. А увлекательный конкурс «Земля – национальное достояние» привлек внимание немалого количества молодежи. Мы участвуем в конкурсе, надеемся на победу. У нас такая акция, как «Кто побыстрее собирает геодезические приборы». Эти приборы мы можем использовать в архитектурном или по проектированию линейных или площадных объектов, дороги, колодцы, каналы, реки. Вместе с этим во дворе вуза профильные организации представили свои последние разработки. Без геодезии создание карты, создание плана невозможно. Геодезия – это основание картографии, основание планов, основание вот этот учет земли. И прибор у нас GPS, оборудование GS-18. Это один из последних версий. С этим прибором мы можем определить координаты любой участки. И для создания карт, планов и вот этой кадастровой документации используем эти приборы.